1 февраля в 16:00 наша команда проведет первый контрольный матч в рамках второго зимнего сбора. В соперниках – новоиспеченный чемпион Швеции Норрчопинг. Матч будет иметь ценность и с турнирной точки зрения, ведь, как известно, «Локомотив» является участником предсезонного турнира «Атлантик Кап» и в понедельник своим матчем открывает борьбу в рамках группы «Б». А накануне состоялась вечерняя тренировка, по итогам которой мы поговорили с главным тренером. Все говорят, что турнир, но у нас другие цели. Как бы турнир, да, это хорошо, это игры, практика. И ребят посмотреть уже надо, связи уже видеть уже на поле. И потихоньку надо наигрывать уже. А так, работа идет полный ход. Устают ребята. Как уже сообщал официальный сайт, матчи с участием «Локомотива» на турнире будут показаны в прямом эфире на телеканале НТВ+, «Наш футбол». Также возьмет на себя освещение турнира и клубное телевидение. Саммари и послематчевые комментарии смотрите на нашем канале вскоре после матча с Норрчопингом. Соперником, кстати, совсем непростым. Хорошая команда, быстрая. Скандинавы предпочитали раньше играть верхом, но вот смотрел игры их последние. Они любят такой комбинационный, мяч внизу, любят пас, соперника оставляют без мяча. Команда оставила хорошее впечатление.